В личном кабинете Airbnb мы начинаем работу с профиля хозяина. В правом верхнем углу есть вкладка «Меню». В ней находится раздел «Профиль хозяина». Необходимо заполнить его. Гости должны знать, кто будет их встречать, и это повысит продажи. Посмотрим на левую колонку. У хозяев на Airbnb должно быть фото в профиле. Его показывают гостям только после подтверждения бронирования. Значок «Личность подтверждена» покажет участникам сообщества, что это действительно вы. Нужны паспортные данные и фотография хозяина, а также подтверждение электронной почты и телефона. В правой колонке нажмем на «Редактировать профиль». Рекомендуется дать описание о себе, о доме, о работе, выбрать язык. Отзывы гости могут оставлять не только об объекте, но и о хозяине тоже. И хозяин, в свою очередь, тоже может оставить отзыв о гости. Здесь же можно посмотреть отзывы о себе от туристов и ваши отзывы туристам. Рекомендуется давать обратную связь отзывам от туристов, особенно на негативные. Во вкладке «Добавить объявление» мы создаем объявление на продажу дома, номера, комнаты, юрты, квартиры и тому подобное. Нужно несколько шагов, чтобы подготовить к продаже жилье. Выбрать тип жилья, категорию жилья, что именно сдаем, жилье целиком, квартиру или только место. Ввести адрес и отметить на карте. Сколько гостей готовы принять? Отметить популярные удобства, загрузить фотографии. Придумать название, выбрать отличительные черты, поставить цену за ночь, составить описание и опубликовать объявление. Во вкладке «Входящие» вся переписка с гостями. Вкладка «Календарь». Можно регулировать продажи на несколько месяцев вперед и оперативно выставлять цены на каждый день и специальные акции. Во вкладке «Объявления» выбрать объявление и внести детали, такие как фотографии, основная информация о жилье, отметить удобства, добавить детали места, адрес, транспорт, обязательно описание жилья, доступность и безопасность жилья. Вкладка «Расценки и свободные даты». Здесь нужно редактировать цены на жилье. Вкладка «Правила». В этом разделе рекомендуется установить правила дома для гостей. Вкладка «Бронирование» позволяет увидеть совершенные настоящие и будущие бронирования. В разделе «История платежей» можно настроить методы выплат. Система предлагает выбрать банковский перевод или дебетовую карту «Пионер». И все выплаты гостей поступают по тому методу, который выбрал хозяин объекта. Теперь посмотрим объявление и как оно выглядит на сайте. Вот так видят гости вашу рекламу о сдаче жилья.